Хрестний ход у гонор великого православного свята Успіння Богородицы пройшов сьогодні у Вітебську. По традиції його удільники пройшли по центру города от свята Георгіївської церкви на проспекте Черняховского до свята Успенского кафедрального собора. Напереді процесії несли великую икону Успіння Божої Матері. По шляху проходження до урочистой процесії долучалися святары і верники. Это второй праздник после Пасхи. Иисус Христос воскрес. Богородица тоже тоже воскресла. Воспринимается этот праздник как память всем нашим предкам, бабушкам, дедушкам, которые молились. Хоть и не учили нас ходить в храм, потому что было время атеистическое, но это чувствовало их вере, в их поведении, в их отношении к людям. Поэтому чтим их память, чтим свою веру и любим свою веру. Это самое большое счастье, наверное, когда есть сердце в любовь к Богу. Я хожу, хочу, чтобы мою семью сохранил Господь, Матушка Небесная. Самое главное сейчас это в жизни вера, любовь к людям. Когда идешь, это какое-то такое вдохновение, ты просто летишь как на крыльях. Это непередаваемое ощущение. Это, кстати, говорят, что очищаются грехи, которые ты не помнишь, когда именно крестный ход проходит. Финальной кропкой урочистости устал молебень у Свято-Успенском кафедральном соборе. Успение Пресвятой Богородицы – одно из 12 великих православных святов. Православная церковь верит, что Богородица воскресла на третий день после своего успения, подобно до того, как ранее воскрес и ее сын Иисус Христос и узнеслася на небо. У народе свято называется «Великая Прочистая». С надыходом успения белорусы связывали початок бабиного лета.